Наше выступление призывом. Вы должны, точно так же, как и мы, вместе соединиться и сдвинуть эту власть. Выбить из-под нее этот камень, который считает для нее тормоз, и они могут использовать нашу страну как дойную корову. Слава Украине! Наш Харьков уже бедненький. Харьков 19 февраля 17 года. Нам перерезали просто кабель, поэтому лучше я буду поближе к вам. Во-первых, спасибо огромное, что пришли. Для меня это очень важно. Когда я возвращался в Украину, мне сказали, куда ты лезешь? Мы тебя расстреляем на границе. Куда ты лезешь? Мы договорились с грузинским олигархом. Если не расстреляем, то наложим наручники и поедешь в тюрьму в Грузию. Куда ты лезешь? Тебя здесь никто не ждет. Но я все равно вернулся, потому что я точно знаю, что тут есть вы. Я точно знаю, что тут есть самые лучшие люди в мире, самые образованные, самые трудолюбивые, самые спокойные и одновременно полные достоинства. Все тут. Это нормальная ситуация, это унизительная ситуация, это ситуация, которая бьет каждый день по вашему существованию, по вашему семейному столу, по вашим детям и внукам. Поэтому Украине так никогда нужно быстро развить. Украине нужно 12% роста ВВП минимум следующие 10-15 лет. Это означает, что максимум через 5-6 лет здесь будет удвоение уровня жизни и будет удвоение каждые еще 6-7 лет. Это первое. Второе. Украине нужно...